Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Симпсоны Ударь и Беги. Короче, за кадром я прошел вот эту миссию, на которой мы остановились. Ну как прошел? Я уничтожил 4 вот эти машины с телефонами или как-то там заявлялось. Непростая, довольно сложная была миссия, очень мало на это дается времени, но я справился. Теперь надо ехать к стадиону. У нас на это есть вот минуты, я надеюсь, что успею. Так, вон там тачка Барта дымится. Несколько раз пришлось машину менять. А куда стрелочки-то про... А, вот они. Хорошо будешь, парень? Спасибо, что привезли. Молодец, мой маленький приятель. Нравится все разбивать. Никогда моим роботом не овладеет боевое безумие. Он ни за что не станет убивать невинных, разрушать дома и творить безобразие. О да, я это могу. Отлично. Ух ты, это какой-то грузовик-динозавр. Не хотел бы я попасть под его колеса. Сигнализация это бесит на улице. Я из-за нее плохо слышу, что в игре творится. И это при том, что у меня окно закрыто. Да, все к Бартману. Че, серьезно, инопланетяне его есть в этой игре? Да вы что, серьезно, угораете что ли надо мной? Тут есть инопланетяне? Сохранить игру, конечно. На всякий случай во второй слот. А то мало ли, что. Успешное сохранение. Отлично, теперь за Лиза мы играем. Да, кстати, я настроил кнопку атаки. С этим управлением настройка, там реально какие-то баги есть. Странные немного. Так, мы находимся в этот подземелье Android, или как там оно называется. Где продаются комиксы. Здорово, продавец комиксов. Мне нужно найти своего глупого брата, вы не видели его? Да-да, сейчас я могу говорить. Я хочу получить последнюю копию комиксов «Прикольное приключение». Это коллекционное издание, там они... Я говорил, она сейчас не об этом вообще-то говорила. А подождите, а я не понял, вот там, он там в вилле стоял, уборщик со школы. Это он там за... шпионил, что ли, за нами, или что это сейчас было? Нерд в магазин. Ичи и Скрачи. Ну и название, блин. Кто мне пишет, потом отвечу. За отведенное время забери комика. Приветствую тебя, Спрингфилд. Вот эта тачка. Вот этот цвет. Да, новенькая атмосферочка такая вот. Блин, а я что-то не понял. Барта реально инопланетяне, что ли, забрали? Ага, блин, я из этих циферок, если честно, плохо вижу, и стрелочек, стрелочки какие-то немного, как будто неровно на асфальте лежат. Да, блин, тут дорога такая узкая, обгонять очень тяжело. Не то чтобы узкая, много машин едет, да и узкая, да и дорога сама по себе тоже узенькая, я бы сказал. Отвали, отвали, я тебе говорю. О, врезался, отлично, это его немножко задержит. Немножко совсем. А, вот финиш. А это вообще нормально, что мы в этом месте ездим? Тихо все. Я запихну этого комика в мешок, пока не будут выполнены. По-моему, это место не для машин. Я не удостою это даже своим замечанием.
комика мы забрали. Мы комиксы забрали, а не комика. Господи, еще в этой игре еще, походу, и убогий перевод, помимо озвучки. И куда это ты собрался? Это кому вопрос сейчас был? Я еду по стрелкам. Куда надо? О, и выхлопный газ аж пошел. Хорошо. Добавим подлости и предательства в эту приторную порядочность. Так что насчет Барта? Я спрашиваю, ты его видел? Я думал, что видел его в шумных землях Окейт. Ох, эти видеоигры, ненужная трата денег. А теперь выходи в интернет и предложи $1000 владельцам енотовых шапок. Это потрясающее приобретение. О да, мое моджи уже работает. Впечатляюще. Поехать в галерею Noiseland. Короче... Фургон этого капитан, как там его звали, я не помню. Капитан, короче, с таким голосом, который хо-хо-хо, вот этот тип. Здорово, Милхаус. А Барта здесь случайно не было? Я его не видел. Эй, могу я взять твой замороженный йогурт? Мне такой очень нравится. Барт пропал, ты должен помочь мне найти его. Ну, может, ему нравится этот запах? Какой-то хитроумный, если честно, способ. Неужели он запах почует так быстро? В любом месте. Он же не собака. Вау, надо поработать над этой одышкой. Зачем мне вообще надо было садиться в машину? Я тут можно было пешком добежать. Хаус? А что ты делаешь здесь? Лиза, какое совпадение! Оу, это новое платье? Нет, это платье я уже несколько лет ношу, а теперь говори, где брат. Оу, я думаю, ты хорошо разрекламировал план. Планета рекламы. Какой приятный момент. Ай, господи, сейчас я приеду, и там опять Милхаус будет, поди. Как нам известно, где Лиза, там и Милхаус может быть. Так, 26 секунд. Я не вижу, правда, нифига, кто сидит за рулем машины, но уж явно не Лиза-то сама, потому что дети на тачке, ну это как-то пипец странно. Осталось 8 секунд, и я такое ощущение, что я могу не успеть. Да, а, последнее мгновение. Да, я так и знал, Милхаус опять здесь. Как он раньше нас сюда добирается? О, привет, Лиза, не ожидал встретить тебя здесь. Хватит преследовать. Про тебя говорится на вывеске Спрингфилда. Может, ты хочешь поделиться жвачкой? Блин, он угорает над нами, серьезно. Вот серьезно, просто угорает над нами. Спрингфилдский знак. И Милхаус там будет, да, тоже. Если он там будет, я вообще просто офигею, наверное. Только Спрингфилдский знак-то довольно-таки далеко находится. Хотя фиг его знает, в каком райончике находимся сейчас. Может, и, блин, задавил человека. Шкалу немножко повысил. Какой дружелюбный, мать его, город. В
Все соглашаются подвести нас, любого. Так, я опоздал, потому что очень... Найди очки красти. Где очки красти, я вам найду, блин. Ну, далековато находится очень она, потому что... Да ладно, что, опять заново все это объезжать, что ли? Да вы угораете надо мной. Так, отлично, приехал. Милхаус, конечно же, снова здесь. Очень мало времени дается, очень мало времени на то, чтобы приехать. Эй, Лиза, ой, твои волосы выглядят сегодня очень странно. Милхаус, ты видел Барта или нет? Значит, Лиза, у тебя есть пленка с записью? Не очень удачное время. Когда же наступят хорошие времена? Барт часто забегает в магазин. Может, Алу его видел? Ура! Я победила! Победила! Ух, отлично. Хорошо, что еще раз не придется ездить никуда. А, мне же в ту сторону надо дальше ехать. Я, кстати, другую машину еще взял, потому что... Может, это быстрее ездить, чем этот фургон тяжелый. Хотя, что-то мне кажется, что они едут все одинаково. А что это за кубик красный означает? Там какая-то игра? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Осторожно! Всякие ремиксы, я смотрю, играют на эту оригинальную тему Симпсонов. Здорово. Это ужасно. Очень плохой человек уничтожает гамбургеры, которые дешевле, чем мои бутерброды быстрого приготовления. Что это у него за выступ такой здоровенный под носом? Победить мясоедов за отведенное время. Лучше поторопиться, когда я в последний раз выходил из магазина, Удра купил эротические кассеты и журналы. Приветствую тебя, Спринфилд. Доброта, остановите своего сумасшедшего водителя. Обычные танцы причиняют боль. Я чуть не понял, она вылетела... Она там вылетела, что ли, или мне показалось? Да нет, показалось, скорее всего. Я что-то не вижу ее. Ой, ешь. Все, конец. А, нет. Меня телепортануло на эту сторону все-таки. Как блин. Музычка веселая, конечно, но задания какие-то сложные. Ну чё, мясо-то не выпадает, еще одно. Следующее, алло. Мясо почему не выпадает? Или что там? Так, это только второе, у нас 48 секунд осталось. Да почему он не упадает-то? Я же не успею. Да нет, не, все, я проиграл. Я тут не успею уже никак. Еще и разворот надо использовать. Да не, все, я тут проиграл. Нету никаких шансов успеть. Вот сейчас чаще выпадать стали предметы. Почему они раньше не выпадали так часто? Надо бить как-то специально, что ли, или что? Блин, а во что я врезался-то? Да все, я, все. Все, пипец. О, нет. Все, все. Все, проиграли. Ну, что-то я не понимаю, как это сделать-то? Из него длительное время мяса не... Или что, или что это за хрень не упадало? А, вот эти вот... Да блин, ну почему он едет с этой стороны, мне приходится разворачиваться. Вот эти грызуны или кто это выпадает?
вход. Давай пошевеливайся! Вот, а сейчас выпадает. Почему в тот раз не выпадали? Вот, пожалуйста, выпадают. Почему в тот раз не выпадали? Какой-то глюк, может, был. И то у меня возник вопрос, почему он через мост перепрыгивал в тот раз, а в этот раз он объезжал по другой дороге. Это ерунда, по-моему, мне кажется. Так, почему не выпало? Вот вам, городские ребята. Мне еще предмет где-то слева или справа спавнится. У меня бывает страх проехать мимо него почему-то. Так, почему не выпало ничего? Вот сейчас опять был страх проехать мимо предмета, и проблема в том, что я выворачиваю, чтобы его поймать, и врезаюсь во что-то мелкое и застреваю на какое-то время. Это сильно время отнимает. Я надеюсь, я успею еще два собрать за 15 секунд. Хорошо. А в обсерваторию нам зачем? Возможно, тебе следует проконсультироваться у профессора Фринка в обсерватории. Ага, вот он еще. Кроме одного, и зачем я сюда вообще пришел? Эх, очень Барни что-то здесь делает. У меня всего минута есть. И надо умудриться как-то успеть. Музычка веселая играет, конечно, прям. Блин. Ого, ничего себе, я спровоцировал ДТП. Как его, как отбросило фургон этот бирюзовый. Хорошо. Я что-то обсерваторию, правда, нифига не увидел. Ага, вот оно. Сколько времени прошло? Угу. Еще минут 10 до заканчивать, наверное, будем. Здорово. Профессор Фрэнк. Фринк. Нет, вы его не видели. Давай посмотрим. Барт помог мне построить монстра, затем исчез в яркой вспышке света. Это просто сумасшествие. Надо поговорить с кем-нибудь умным и образованным. Самый легкий вариант. Нужно выбрать номер. Грамп, это дедушка Симпсон. Это я сейчас сделал, что ли? Да, дедушка Симпсон. Дедушка, ты поможешь мне найти Барта? Он пропал. Может, я просто старый человек, но вещь Барта выпала из этой черной машины. Ух ты, дедушка, какая замечательная подсказка. Ты признан жителями города ценным членом сообщества. Я думал, у меня начали снова резаться молочные зубы, поэтому я и ударил медсестру. Мне нужно выбрать что-то побольше, если я хочу разобраться с этой машиной. Например, школьный автобус. Для выполнения этой миссии тебе понадобится школьный автобус. Купи его у Отто в Камп Красти за 300 монет. Помни, для доступа к транспорту у тебя есть телефонные будки. Ясно. Сколько я уже записываю? Нет, заканчивать еще рано. Короче, нам нужны монетки. У нас и 200, по-моему, нету. Ну, 200 вот есть. Надо еще 100 набрать. Дайте мне какую-нибудь машину, я буду искать эти баки. О, свободная машина есть. Ну да, дети на тачке, это реально как-то странно. Не понимаю я в этой части я игру эту немного не понимаю. Это напоминает мне время, когда я была маленькой девочкой. Ага, ты когда была маленькой, ты тоже ездила на машине, что ли? Блин, как тут неудобно, а? Ты застреваешь-то, блин.
законом мне необходим завтрак. Как жаль, но извини, у меня нету. Надеюсь, они поддаются переработке. Может быть, это меня немного взбодрит. Я не буду тратить время на... А что... Не, подожди, давайте посмотрим. А что такое кубики вообще? Это что такое? Так, это... А, это один из бандитов жирного Тони. Чтобы получить монеты, проедь за отведенное время всю трассу. Плата за вход 30, выплатить 90. Давайте попробуем. Чё ты назад катишься? Быстро едь, блин! Время обычно дается мало, поэтому я не могу гарантировать, что я успею, но попробовать надо. Это контрольные точки. Понятно. Может быть, это и хорошо, что нам за машиной я сижу. Ну, как бы она сидит, а не кто-то другой подвозит ее. А то пришлось бы с водителем бы бабками потом делиться. Ну, как бы здесь не пришлось, но тем не менее. В реальности бы как бы было бы по-честному неплохо. А то любой человек соглашается подвести нас и ничего за это не получает взамен. Слишком добрые люди в Спрингфилде, что ли, такие... Или что? Капот уже отлетает. Эй, осторожней! Здесь очень странное место. Осталось меньше минуты. Не знаю, сколько там еще контрольных точек будет. А, блин, Джимба... Джимбо, насколько я помню, хулиган, так что пофигу. Хотя переехать его машиной, это слишком... Блин, опять к этому знаку ездить. Мы ездим в те же места, что ездили с Ализу и там Милхаус нас все время видал. Блин, я... Осторожно! Проиграл. Почему поговорить с ним снова? Мне же надо этот школьный автобус добывать. Так, ну я проиграл, мне ничего не выплатили, потому что у меня был шанс, но я врезался в машину. Дедушка, ты поможешь мне найти Барта? Он пропал. Может, я просто старый человек, но вещь Барта... Блин, все это было уже. А почему поговорить-то? Надо было другую кнопку нажать. Другую кнопку надо было нажать. Ну, блин, зря я отвлекся на эту гонку. Ох, мне нужно быть внимательнее. Давай поиграем еще. О, господи. Так, ладно, поедем в другое место. Может, там где-то будут деньги. Это вообще дамба спрингфилдская. А, мы тут были. Мы были здесь. Уже сегодня.
О, починка машины бы не помешала сейчас, действительно. Так, еще одна гонка. Нет уж, я лучше не пойду второй раз на это. Только зря время, чую, потрачу на это. Что-то я нигде не вижу мест, где можно было бы денег достать. Я круг уже, по-моему, объезжаю. Тут нигде я... А, о, боулинг-барни. Может, тут есть что полезное? Ну-ка. Может, на крыше есть чего-нибудь? А, это не крыша. Подождите, а где? А, вон она. А я по карнизу смогу туда зайти? Опа. Да, тут есть монетки. Да не перепрыгивает. Встань ты на него просто. А почему она туда не прыгает? Ну, мало тут совсем монеток было. Ну, совсем мало. Да неинтересно даже совсем. А если я прыгну вот здесь, что будет? Воу! О-о, я расхреначил эту вывеску, обалдеть. Ладно, может, на этом, на пирсе что-нибудь будет. О! Тут ящик какой-то с деньгами. Много денег. Еще парочку. О, еще ящик. Хорошо. Скоро денежки будут. Еще ящик. Все, теперь денег хватает. А теперь интересно, где мне Ота разыскать? Попробуем. А, нет, тут закрыто. Время действовать. Денег-то я набрал, а где Ота? А где? А Ота где искать? Мне на карте показали бы, что ли, я не знаю. Где Отто искать, скажите мне, пожалуйста. Ну, просто буду ехать, надеясь его где-то тут найти. А, подождите. А, господи, какая телефонная будка. Нам еще рано, нам надо это... Это вызов транспорта именно, а у нас его нету еще, нам надо именно... Именно его искать. Но его нету на карте. Просмотр карт. А, это не те карты. Где вот это искать? Вы мне можете сказать, а? Почему мне это не показывают? А тут... А может, тут что-то есть? О, вот он! Нашли, ё-моё. Выходи на свою полосу. Это лагерь Красти, что ли? Точно, вон самый. Здорово! Хочу купить автобус. Я знаю, что я немного не доросла, чтобы спрашивать такое. Слушай, у меня не осталось специальных средств, а мне нужно еще. А мне можно сесть в ваш школьный автобус? Хорошо, здорово, заплатите, и он весь ваш, леди. Угу, ясно.
Ты что делаешь-то, блин? Я знаю, что я немного не доросла, чтобы спрашивать такое. Слушай, у меня не осталось... А что заглючило управление? Почему кнопка ввода-то не работает? А можно сесть в ваш школьный автобус? Хорошо, здорово, заплатите, и он весь ваш, леди. Ой, господи, зачем ты его бьешь? Чё кнопка ввода-то не работает? Ну-ка, управление дайте мне сюда. Почему кнопка ввода отказала? Ну-ка, управление... Управление персонажем. Действие войти. Ну, как бы действие войти, кнопка ввода. Чё она сбросилась-то? Дай... Вот видите, какая тут беда с управлением. Ну-ка попробуем. Я знаю, что я немного не доросла, чтобы... Не, не работает. Такое. Слушай, у меня не осталось специальных... Не работает, а просто не работает она. А мне можно опять. Ваш школьный автобус? Хорошо, только что работала, а сейчас не работает опять. Чё за приколы в этой игре? Я не понимаю, что происходит в этой игре. Да что за фигня-то? Что происходит в этой игре? Да не... Вот я поставил. Да... Чё ты делаешь, блин? Я знаю, что я немного не доросла, чтобы спрашивать такое. Слушай, у меня не осталось специальных средств, а мне нужно еще. А мне можно сесть в ваш школьный автобус? Хорошо, здорово, заплатите, и он весь ваш летит. Да блин, ну что за фигня-то? Что происходит в этой игре? Короче... Давайте на сегодня закончим, будем разбираться с этим в следующей серии. На сегодня все, с вас подписывайтесь, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на стримский канал, на логовый канал, свободеру ВКонтакте, я постараюсь выяснить, что с кнопкой вот, почему она не работает. Она работала сегодня, а теперь опять не работает. Всем пока.